Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Голобир, и это «Продвопрос». Мы ищем ответы на самые главные вопросы нашей жизни – продовольственные. Чем могут похвалиться наши аграрии? Какие у нас запасы? И что происходит на рынке? Смотрите с интересом. Программа «Продвопрос» готовит для вас самую свежую информацию, отбирает вкусные факты из мира продовольствия и делает анализ наиболее горячих тем. Каждое третье воскресенье ноября мы отмечаем главное агрособытие страны – День работника сельского хозяйства. Программа «Продвопрос» поздравляет с профессиональным праздником всех, кто развивает наш АПК, обеспечивает продовольственную безопасность страны. Мы желаем вам успехов в агробизнесе, всегда хорошей погоды не только в поле, но и в вашем доме. Генеральный спонсор программы – Национальный управляющий холдинг «Казагро». Делая вместе, достигаем большего. Смотрите в программе. От импорта к экспорту. Молочный конгресс в Астане. Экспертиза продвопроса. Выбираем лучшую тушенку. Животноводство и растениеводство. Международные выставки в столице. Летопись успеха. «Казагро» инвестирует в сельхознауку и производство. В отечественном АПК молочная отрасль по объемам производства занимает второе место. А все потому, что сектор этот приоритетный, и для его развития делается многое. Самое главное идет обновление поголовья. В республику завозят телочек и бычков высокопродуктивных пород. Открываются новые молочно-товарные фермы. Но есть и ряд проблем, которые тормозят активность отрасли, а именно сохраняется дефицит качественного сырья. В общем, есть что обсудить и над чем подумать. Мозговой штурм удалось провести в рамках 3-го казахстанского молочного конгресса. Третий по счету казахстанский молочный конгресс состоялся в Астане. Главный вопрос, который стоял на повестке дня – модернизация молочной отрасли Казахстана в долгосрочной перспективе. Найти альтернативные варианты развития индустрии собрались представители государственных структур, производителей и переработчиков сырья, а также международных профильных организаций. Постоянными участниками ежегодного конгресса стали и соседи по СНГ, которые в очередной раз отметили высокий потенциал Казахстана в этом сегменте АПК. Казахстан – это та страна, которая обязана давать много молока, да, и обязана стать не только локальным лидером, а и мировым, одним из мировых лидеров в производстве мясомолочной продукции. Однако пока о молочном экспорте говорить не приходится. Сегодня Казахстан не закрывает даже внутренние потребности в этом продукте. 80% молока, кстати, производится в личных подворьях. Лишь треть от общего объема пригодна для дальнейшей переработки. Чтобы улучшить качество, нужно объединяться в кооперативы. Сегодня такая форма агробизнеса становится все более выгодной, а значит и популярной. Такое ее во многом делает государственная поддержка. Участники кооператива могут получить льготный кредит на приобретение животных, молокоприемных и модульных убойных пунктов. Организовать логистику поможет специальное мобильное приложение для фермеров и переработчиков. Его разработали специалисты ФАО, продовольственной организации при ООН. Мы сделали анализ цепочки добавленной стоимости молока, который будет опубликован на русском языке в свободном доступе для всех интересующихся сторон. Также мы передали молокозаводам Казахстана бесплатную технологию для цифрового картирования сырьевых зон заводов. Казахстан работает и над привлечением дополнительных инвестиций в отрасль. К примеру, в прошлом году Европейский банк реконструкции и развития вложил в крупные молочные проекты республики 100 миллионов долларов. Кроме того, для содействия мелкому и среднему бизнесу предусмотрены грантовые программы, призванные решить локальные актуальные задачи в рамках одной компании. Помощь в разработке бизнес-плана, помощь во внедрении каких-то новых технологий, энергоэффективных технологий, либо каких-то технических решений, в которых заинтересована компания. И такие гранты, они там могут доходить там до 10 тысяч долларов.
Только в прошлом году организация реализовала в сфере МСБ более 50 консалтинговых проектов на сумму 260 тысяч евро. В их рамках предприниматели смогли улучшить финансовую отчетность, внедрить систему менеджмента качества, разработать свой бренд и план продвижения на рынке. Все то, что в конечном итоге должно сделать молочное производство прибыльным. Переход производства молока от частных подворий к крупным кооперативам, развитие логистической инфраструктуры, внедрение эффективных технологий в молочном животноводстве. При активизации этих направлений специалисты прогнозируют, уже через 5 лет Казахстан сможет повернуть молочные реки вспять и перейти от импорта продукции к экспорту. Немного исторических фактов. Оказывается, любимую многими тушенку изобрели во Франции в конце 19 века. Ее создателем стал Николя Франсуа Ампер. Именно он придумал варить мясо, затем складывать его в нагретую до 115 градусов емкость с небольшим отверстием. Его закрывали после того, как мясо остывало. Такой способ обработки обеспечивал долгую сохранность продукции. Необычные мясные консервы стали деликатесом, и только после появления множества заводов тушенка стала более приемлемой по цене. Доступна она и сейчас. Как не ошибиться в большом ассортименте и сделать правильный выбор? При горячем консервировании можно сохранить надолго все, что угодно, в том числе и мясо. Именно его мы и проверим в сегодняшней независимой экспертизе. А именно тушеную говядину или тушенку, как мы ее привыкли называть. Для независимой экспертизы мы выбрали говяжью тушенку высшего сорта 4 различных торговых марок. Бежан, Улан, Кублей и настоящее мясо. Начнем, как всегда, с потребительского голосования. Напоминаем, что наши народные эксперты увидеть бренды не смогут. Мы заранее присвоили образцам индивидуальные номера. Мне понравился 44-й номер, потому что мясо вкусное, в меру жирное. Мне понравился 18-й номер. Я вот проголосовал, голос отдал за него. Потому что там как бы и лавровый лист слышен, и мясо такое рассыпчатое, кусочки. Мне понравился 37-й номер. Это вкус настоящего мяса. В итоге на первом месте оказался номер 37 – тушенка от Бижан. Второе место разделили образцы под кодами 44 и 18 – это Улан и Кублей. И последнее место досталось настоящему мясу. Так называется тушенка под номером 28. За нее никто не проголосовал. Но на этом наша экспертиза не закончилась. Все образцы были доставлены в лабораторию пищевой и экологической безопасности Казахского национального аграрного университета. Первым делом эксперты провели тест консерв на бомбажность. Все образцы оказались чистыми. Затем тушенку проверили на соответствие заявленным стандартам. Выяснилось, что в каждом образце мяса и жира было меньше нормы. По ГОСТу массовая доля составных частей должна быть не менее 58%. Из этих 4 образцов никто из них не соответствовал по ГОСТу. Максимально приближенным к стандарту оказался образец торговой марки «Кублей». Фактическая массовая доля мяса и жира в нем 56%. В то же время в этой тушенке экспертам попался небольшой фрагмент косточки. Специалисты говорят, что нормам такая находка не соответствует. Сотрудников лаборатории смутил еще один показатель – количество соли. Бежан, Улан и Кублей поварная соль не соответствовала по ГОСТу. Они были завышены, особенно Улан. Он показал 2,2% поварной соли в консервном тушеном мясе. А в норме это показатель от 1 до 1,5%. А вот массовая доля жира и углеводов во всех образцах соответствовала нормам. Органолептические показатели продукции тоже оказались положительными.
Эксперты особо отметили хороший вкус, текстуру и внешний вид тушеного мяса торговых марок «Бижан» и «Улан». Именно они и стали фаворитами в рамках лабораторных исследований. Напомним, что в потребительском голосовании эти образцы заняли первое и второе место. А что положить к себе в корзину, решать вам. Умных покупок и приятного аппетита! Далее в программе. От растениеводства до животноводства. Международные выставки в столице. А прямо сейчас летопись успеха. Казагро инвестирует в сельхознауку и производство. Наука – двигатель производства. Это в полной мере применимо и к сельскому хозяйству. Рассчитывать на хороший урожай без передовых агротехнологий и новых продуктивных сортов сложно. Обойтись без этого невозможно аграриям, которые работают в сложных климатических условиях центрального Казахстана. Эта территория всегда считалась зоной рискованного земледелия. Но даже эти степи, пригодные когда-то только для отгонного животноводства, превратились сегодня в сельскохозяйственные угодья. Карагандинская область стала одной из продовольственных баз республики. И все благодаря агронауке. Зародилась она здесь 85 лет назад. Именно тогда в этом регионе появилась Карагандинская сельскохозяйственная опытная станция. Через многие десятилетия она станет Карагандинским научно-исследовательским институтом растениеводства и селекции. Только с 2000 года карагандинские ученые презентовали 10 новых сортов кормовых трав, ячменя и мягкой пшеницы. Проходили международные сорты испытаний в условиях Канады. Они у нас тут выращивались. Но у нас и канадские сорта не выдерживают конкуренции с нашими сортами, дают урожай ниже. Но в условиях Канады они тоже, эти два сорта, 70-е и Карабульские 90-е, заняли первые места по продуктивности. Здесь возделывают и товарную, и семенную продукцию. Проводить посевную и уборочную кампании позволяет парк современной сельскохозяйственной техники. Модернизировать его помог Нацхолдинг «Казагро». Одна из его дочерних компаний, а именно «Казагрофинанс», предоставила институту нужную технику в лизинг. У нас 12 комбайнов-векторов, получается. Из них 5 приобрели в 2013 году новых. В 2013 году также было приобретено 2 новых комбайна «Джон Дир». Соответственно, то есть для нашей посевной площади данного парка вполне достаточно, чтобы убрать в оптимальные сроки. Эта техника более или менее современная, соответственно, и производительность выше, и, соответственно, и убирает более чище и качественнее. Серьезная модернизация технопарка вдохнула в работу института новую жизнь. Увеличилось производство элитных семян, научная деятельность получила хороший импульс. Заметно освежился и кадровый состав. Мэтр казахстанской селекции Григорий Середа передает свой драгоценный опыт уже целой плеяде молодых специалистов. Сегодня в опытных полях института он работает бок о бок с сыном и дочерью. Как-то к 11 классу решила сбунтоваться и пойти в банковское дело. Закончила университет, отработала в банке 7 лет. Ну, офис не для меня. Все-таки кровь берет свое. Я решила, что я попробую отца работать. И стала работать с отцом, его помощником. Другим примером преемственности поколений служит семейный тандем Николай и Денис Ющенко. Отец и сын трудятся в области новых агротехнологий. Совместно с зарубежными коллегами они были первыми, кто адаптировал метод нулевой обработки почвы к условиям центрального Казахстана. Сегодня эта технология земледелия считается в мире самой оптимальной. Традиционная технология, она получается более затратная. Почему нулевая технология имеет место и она будет жить, как мне кажется? Потому что она менее затратная, меньше человеческих ресурсов используется и меньше используется техники. Также за плечами карагандинских ученых участие в реализации научных программ и крупных международных проектов.
Самый масштабный из них – управление засушливыми территориями, в результате которого удалось вернуть в оборот 35 тысяч гектаров засушливых земель. Так, казахстанская агронаука при поддержке национальных финансовых институтов закладывает прочную основу для перспективного роста аграрного потенциала страны. В Казахстане продолжается сезон международных выставок. На этот раз в Астане прошли сразу два крупных мероприятия. Одно из них было посвящено пищевой промышленности, темой второго стало развитие мясомолочной отрасли страны. Обе выставки стали лучшими площадками для презентации мировых инноваций, анализа рынка, создания новых бизнес-контактов. Увидеть лучшие разработки зарубежных и отечественных производителей решил отправиться и наш корреспондент. Осенью Астана в очередной раз стала местом встречи агробизнесменов и мировых лидеров сельскохозяйственной отрасли. В рамках двух международных выставок, прошедших в столичном выставочном центре, приняло участие около 300 профильных компаний. Свои национальные стенды представили 32 страны. Ивент стал отличной возможностью ознакомиться с техническими новинками, перенять передовой опыт, увидеть самые современные агротехнологии. Также восьмая по счету выставка имела разнообразную деловую программу. Это проведение информационно-познавательных презентаций, аукционов, тематических семинаров с участием зарубежных экспертов. Некоторые из них были на выставке впервые. Например, дебютантами мероприятия стали такие страны, как Грузия, Финляндия, а также Катар. Катар впервые принимает участие в подобной выставке в Казахстане. Для нас очень важно обмениваться передовым опытом на таком уровне. Такие мероприятия позволяют эффективно решать многие отраслевые вопросы. Также это хороший повод для укрепления межгосударственных отношений. Развивать торгово-экономические отношения в области сельского хозяйства заинтересованы и действующие партнеры. Например, стенды с техникой от немецких производителей на сельскохозяйственной выставке стали давно привычным делом. Поэтому их задачей было не столько удивлять, сколько выйти на новый уровень сотрудничества. Эта выставка для нас уже шестая. Количество экспонентов меняется с каждым годом. И, в прошлые годы их было немного более. В этом году у нас их порядка 11. Связано это с тем, что многие немецкие организации уже нашли партнеров. Я знаю, что не все люди, не все организации, которые мы представляем сейчас здесь, находятся в поиске, то есть ищут каких-либо представителей. Кто-то напрямую хочет свое производство разместить здесь. То есть работать напрямую. Насколько я знаю, это очень поддерживается правительством Казахстана. Кстати, в том, что последние образцы передовых технологий, представленные на выставке, отечественные аграрии уже применяют на практике, есть заслуга национальных компаний. Благодаря их помощи в виде программ лизинга и льготного кредитования фермеры имеют возможность приобрести все необходимое для успешного ведения своего бизнеса. Постоянными участниками выставки стали национальные компании по инвестированию аграрного сектора. Они финансируют самые перспективные проекты ВПК. Став сильными предприятиями, они тоже презентуют у нас свою продукцию. То есть конечная цель выставки – не только презентовать инновации, но и сделать их более доступными. В этом плане работу крупнейшего профильного события этой осени можно назвать максимально эффективной. С другой стороны, потенциальные инвесторы, посетившие мероприятие, наглядно увидели готовность казахстанского агробизнеса работать на перспективу, повышать свою конкурентоспособность и расширять границы партнерства. Такой была эта продовольственная неделя. В следующем выпуске вас ждет очередная порция интересных тем из агропродовольственного мира. Все наши программы вы можете посмотреть на сайте телеканала Хабар www.khabar.kz. А интересующие вас агровопросы можете присылать в нашу редакцию. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания.